Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 5 серии. Итак, повреждено правое заднее крыло, его буду ремонтировать. Теперь переходим к переду. Правая сторона в норме. Повреждений нету. Левая сторона повреждена. Капот, крыло, бампер, фару, все это будем менять. Остальное ремонтировать. Итак, разбираю и устанавливаю машину на стенд. Ну что, начну с левого лонжерона. Сначала удалю поврежденные части и затем буду тянуть внутренний лонжерон. Удалил мешающие мне части, теперь придется тянуть лонжерон и вытянуть вот эти вот заломы. Для этого снял подрамник и теперь можно приступать к вытяжке вот этих заломов. Тянуть буду при помощи вот такой штуки, сам сделал, так как было очень много BMW, пришлось приспособиться. Ну что, начинаем. Теперь вырезаю окно в лонжероне, чтобы выровнять вот эти вот заломы. Заломы выправляю в натяжке. Делаю необходимые мне измерения по высоте, диагонали и затем примеряю подрамник. Как можете видеть, немного подрамник не подходит, надо немного дотянуть. Дотягиваю вперед и немного вправо. Теперь подрамник на месте, и я буду варивать вырезанный кусок.
Итак, лонжерон я сварил, теперь отравняю и сварю остальные вырезанные чачи. Но сначала подниму верхнюю полку, то есть верхнюю часть лонжерона, под уровнем. И затем сварю все, что удалил. Итак, сварил, зачистил. Теперь я решил все это покрасить и затем уже примерять все остальные части. Что, левый лонжерон покрашен, пока сохнет, пойду сделаю правое заднее крыло. Крыло буду делать при помощи споттера, но для начала отобью резиновым молотком край крыла и затем зачищу и споттером отравняю. Ну что, крыло я закончил, отравнял. Теперь я могу заняться передом. Примеряю и скручиваю все части переда. Ну что, собрал всю морду, все зазоры гуд, и на этом работа с железом закончена. Разбираю и отдаю машину на покраску. Итак, машина покрашена, собираю. И
Итак, машина собрана, а значит, ремонт закончен. Ну а на сегодня, пожалуй, все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!